Здравия желаю, уважаемые братья и сестры! Сегодня у нас обогрев для помещений до 100 кубов. Бесплатный обогрев. Что применили? Вот такую подставку для забора воздуха. Дальше. Таз. Большой таз. Внутри таза, ребят, находится патрон и лампа 100 ватт. Сверху железная крышка. Температура нагрева 300 градусов, а расход нулевой. Эту систему можно применять для помещений до 100 и выше кубов. Сейчас мы проверим на приборах, чтобы не быть голословным. Итак, смотрим. Секунду. Итак, мы видим, ребят, что показания прибора 50 актив, 50 ватт. То есть латер может пропустить только 50 ватт. А что наш прибор выдает? Как видите, 77, то есть почти более чем в полтора раза мощнее. 50, а тут 77. Что получается, уважаемые братья и сестры? Что получается? У нас получается, латер выдает 50, больше не может. А лампа 77 нагревает тепло. Значит, ток лампы не может, ребята. Латер не может пробить ток лампы, то есть расхода нет. Из сети идет ток через латер, и здесь останавливается. Мы берем только плюс и минус. А работает наша система на своем токе, так как у нас главное что? Разность плотностей. Вот плюс красный, черный минус. Вот здесь идет взаимодействие и вырабатывается ток. А латер только дает этот плюс и минус. Но ток вырабатываем мы свой. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему. Это схема изделия. Лампа накаливания внутри таза. Внутри это. Снизу, ребята, этот самый отражатель, а сверху таз на отражателе. Лампа накаливания внутри таза в патроне. Таз огромных размеров, как вы видели. Сверху крышка. Нагрев 300 градусов Цельсия. Латер пропускает 50, а наша система 76-77. То есть ток отсюда с сети не проходит, потому что у нас больше. Поэтому мы получаем 300 градусов Цельсия бесплатно. И можем протопить целое помещение до 100 кубов. А здесь ток, ребята, туда не может попасть с источника, возвращается назад в электросеть. То есть это система на разделение тока для бесплатного отопления помещений в зимнее время. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.